Друзья, стартер Ford Transit 2.5 дизель, краб, ну, в общем, старенький. Как поменять втягивающее? Стартер сняли, вот он перед вами. Конечно, вот это вот откручиваете. Обычно под ключ на 13 гайка. Все, скинули. И вот здесь вот в торце, ну, я их снял, вот такие вот под звездочку обычно, вот два. Их вытащили, все, он выходит. И немножко вот так вот кверху. Если не выходит, стартер вот так вот носиком вниз ставите. И втягивающий вот так раз. Вот смотрите, тут такая загогулина. И там вот такая штука, сейчас покажу. Вот. И когда вы его вниз носиком, эта штучка сюда выпрыгивает. Вот, оп, и все. Ну и меняйте соответственно. Это одеваете туда. Раз, одели. Там тут эти болтики прикрутите. Здесь соответственно клемму, гайку. Можно поставить немножечко по-другому. Но ставьте всегда, чтобы вот эта гайка на подключ на 10. Вот, была как бы вот с этой стороны. Ну, если смотрите с задней части на стартер, то справа. И все. И затягиваете. Все. Втягивающее поменяли, считаем.